мы снова вышли на площадь здесь, на рынке, на этом. Довольно большая. Сейчас мы были в помещениях, которые раньше были банями в этом комплексе. Называть это, не знаю. Бывший замок, короче. Сейчас это базар, самый большой в Германии. И вот там бас-хаус, типа бани. Ну, там видно будет на видео, что видно было на видео. Что это бывшее помещение бани, теперь это очень неплохой ресторан с очень вкусной едой, вкусным кальяном и офигенным чаем. Всем рекомендую. Ну, ковры я здесь не посмотрел, вернее, ковры посмотрел, но я ждал немного большего, может где-то здесь есть еще какие-то там крутые, но здесь они такие маленькие просто, ручной вышивки. Говорят, очень дорого. Ну и вообще из местных изделий, вот, сильно впечатлил тигр тяжелый, он прям тяжелый, медный. Погода солнечная, тепло, как летом, мне нравится. Все круто. Ладно, поедем в офис. А вечером уже обратно в Тегеран. Может быть, еще что-то получится снять, ну это не точно. Ладно, на сегодня пока.